Мама-блогер может быть где угодно. Сегодня я в аэропорту Борисова. Кстати, не одна, вот еще один блогер. Блогер, привет! Мы с Наташей. В общем, мы едем в пресс-тур. А мой товарищ спит, как всегда. Как всегда, очередь. Все самое сложное позади. Мы прошли регистрацию, прошли паспортный контроль. И у меня Ксюша спит. Где там она? Вон. В общем, ребенок спит. В аэропорту появился какой-то новый арт-объект. Или это рекламный объект. Но, в общем, так интересно выглядит. А тут вот детская зона. Свечивает, правда. Но вот такая вот маленькая зона для детей есть. Еду сквозь зону дьюти-фри. Можно было бы закупиться подарками, что я об этом не подумала. В общем, у нас тут вообще целая делегация мам-блогеров. Все уже там вот разошлись, но вон Саша. Поэтому далі буде щось дуже цікаве. Пока мой ребенок спит, снимаю чужих. Арина. Тима, помахайте Наташе ручкой. Привет, Тима. Не знаю, куда махать, но куда-нибудь махаю. Что не прекратили, я только подошла. Смотри, поворачивайся. А, это тренировка была. Поворачивайся, будешь смотреть, представляешь. Мы все в ожидании самолета. Он все никак не прилетит. Да, поворачивайся, сейчас будем смотреть, кстати, сейчас представление будет такое. Тут у нас нашествие мам-блогеров. Некоторые с детьми, а некоторые без детей. Мы идем на самолетик садиться. Вон мои девочки впереди. Лиля. Молодец. Идем встречать. Ой, Ксюша, от тебя кавалер ушел. Что за кавалеры пошли? А мы, в общем, на летнем летном поле ждем наш самолет. Оказывается, крыша на вот этих штуках есть, и она раздвигается, как трап самолета. Это интересно. Тут народ снимает, он даже телеканал «Украина», еще какой-то канал, наверное, фрилансеры снимаются. Все фоткают самолет. Вон наши мамочки-блогеры. Кися, Кися, у тебя подружка? Ой, у Киси подружка появилась, да? Мероприятие с детьми обычно заканчивается вот так. Кто-то смотрит мультики, а кто-то просто балдеет. Дети всегда кучкуются вместе. Мама. А вот управление рукавом. Девочки уже сели и начинают пристегиваться. Вы полетели, девчонки? Да? Сегодня я преисполнен гордостью. Каждая компания – большое событие получения такого лайнера. Вы имели удовольствие посмотреть на его, бывает внутри. И, я надеюсь, вы разделяете, так же, как и я, мои чувства. А теперь хочется покушать после фотосессии. Смотрите, какой красивый, да, с самолетиком, красота. Ты еду уже увидела, да? Все уже. Какая классная Маша. Нашу Машу и там, и тут показывают. Вот наша Маша пришла посмотреть на себя, да? Ой! Опять ты? О, это Вера. Это Вера.
Вон Вера тоже улыбается. Видишь, какая серьезная Вера, да? А вот опять Маша.